И всем привет, ребят, с вами Старвайк, я записываю новый ролик, вернее, подводочку к новому видеоролику, который будет связан с еще одной новой встречей с нашим главным разработчиком игры, с Орехрахом, относительно недавно. Поймал его снова в бою, попался он за мою команду, в этот раз я задавал ему вопросы, на который не получил ответы, но получилось заснять неплохое, можно так сказать, количество видеоматериальчика, где он скатал на новом викинге. Быть может, вы его уже видели, потому что это второй видос за относительно короткий период времени вместе с поимкой Орехраха. Не знаю, кто снайпит, он меня, либо я его, но в любом случае получилось подзаснять неплохое количество контентика, где он играл на новом викинге XT, а также с смокой, возможно, с каким-то секретным устройством. У него, конечно, показывалось, что якобы устройства нету. Но, быть может, вы из этого устройства, из этой смоки для себя откроете что-то интересное и новое. Желаю вам приятного просмотра. Ну и надеюсь, вам понравится данный замечательный контентик. Опачки, а это что такое? А это что такое? А чё за устройство? Быстро внезапный видос подъехал на каналчик. Опачки. Это новый викинг. Вот это контактичек полетел. Вот это я сейчас быстро контактик поймал на новом викинге. Вот это я поймал. А я что-то тапчик открываю, смотрю. Опачки, человечек, тут как тут. Так, ну что, ребяточки, вопросы. Есть какие-то интересные вопросы? Нужны вопросы, ребяточки, нужны вопросы прямо сейчас. А то тут сейчас быстро катка закончится. Надо с Семеном поздороваться. Может быть, что-то. Что-то сейчас может быть. Узнаем, ребяточки, интересное. Здравствуй. Правильно? Так пишется? Так вроде как пишется. Правильно. Так, надо что-то спросить. Что-то спросить надо интересное. Что-то интересное. Так, какие у меня были вопросы? Какие-то были у меня мысли в голове в прошлый раз. Так. Сейчас, что-то. Быстренько. Что за устройство у Ореха? Прямо сейчас? Прямо сейчас у него смока стоит типа без устройства. Допустим, спросим скрытое устройство на смоку. Он даже не здоровается в этот раз. Это что, не он, что ли? Это что ли не он? Это фейк? Это фейк, что ли? Это фейк, чел? Вот так вот? Просто чисто на морозе? Чисто на морозе? Чисто на морозе? И даже без ответа? Блин, не ожидал от него, если честно. Не ожидал, что на морозе чисто сегодня будет. И даже без инсайт инфы никакой. Без контактика. Без контента. Даже никакого контента. Обиделся, что ли, на меня? Орех? Забанили в чате. Я, наверное, обиделся. Не хочет со мной разговаривать больше. Не хочет со мной Орех больше разговаривать. Ну ладно. Ну ладно. Застрелил его. Ну ладно. Папари-рамчик, пури-рули. Какой-нибудь видос записал. Вот есть хозяйка, к такому жанру относишься. Но у меня подав много моментов запомнилось по кайфу. Виктович, спасибо, родной. Давай сейчас после каточки включу. Тут просто, ну, фрагментик на видеоматериальчик чисто идет. Орех, конечно, не хочет разговаривать с нами. Но мы, если честно, так и запишем. Если Орех не хочет с нами разговаривать, мы так и запишем, что Орех нас заигнорил, короче. Орех нас просто заигнорил и не захотел с нами общаться. Орех просто заигнорил. Не хочет отвечать на вопросы сегодня.
Сегодня Орех отдыхает, походу, да? Мне настроение что-то. Чисто на Викинге новом контент удает. С каким-то, наверное, устройством на смоку, только оно не показывается. Но, скорее всего, там какое-то есть у него скрытое устройство стоит. Я так думаю. Скорее всего, что-то у него должно там стоять. На эту смоку. Так, проверяем, смотрим. Параметры смоки смотрим. Что там у него интересное получается. Статус эффектики никакие не летят. Перезарядка у него как будто дефолтная. Ну и по тапчику у него ничего там нету интересного. Чисто на дефолте выкатывает. По ощущениям чисто по дефолтику. Андрюха, здорово. Здорово, да. Походу, короче, не захотел Орех что-то с нами разговаривать. Что-то случилось у Ореха. Ну, я думаю, может, на мое видео обиделся, еще что-нибудь. Может быть, такая темочка какая-то произошла. Ну, давайте постараемся хотя бы выиграть, а то Орех тут чисто соло катку тянет. Надо как бы, ну, постараться-то и выиграть ее. Раз Орех-то ее тянет. Постараться ее выиграть. Сливать начнем. По ощущениям сливная пошла. Ну, снайпит Орех, конечно, знатно. В этом плане все четко. Стрим снайпинг работает великолепно. Так. Ой, хорошо, доставочка есть. Так, еще 4 доставки надо, да? 4 доставочки нам надо. Так, а надо вообще посмотреть, где Орех. Ну, вообще, смотрите, флаги не возит. Но у вас флага не играет вообще абсолютно. Видите, как играет? Чисто респы пушит. Вот так вот, значит, да? В штурме за атаку. Играем в ТДМ. Понял. Зафиксировал, как надо играть, оказывается, в штурм за атаку. Оказывается, в ТДМ-очку надо шпилить. Понял. Зафиксировали в этот моментик. Опа, Света мне подгончик дает. Чтобы мне спалось получше. Чтобы спалось попрекрасней. Как говорится, с любовью. Пари. Так, 2 минутки до конца. Мы сливаем бешансовую, по ощущениям, уже каточку. Орех не хочет нам саппортить. Может быть, надо было бы ему какую-то страховочку сделать. Ну так, чисто. Подстраховал бы, что ли, нас? Может быть, не? Может быть, влетел бы чисто на страховочку? Чисто доставочку какую-то бы сделал бы? Это как-то, ну... У нас не получается особо ничего здесь доставить. Да, грустно, конечно. Не получается. Еще меня респят типочки. Ой-ой-ой. Ладно, не респят. Шансы. Ну, родной. Спасибо, понял. Нету шансов. Услышал. Да, ну интересно то, что Орех не захотел общаться. Как-то даже неожиданно немножко. Неожиданно.
Очки с любовью. Еще одна летит сосуля. Ну ладно, от этой я уже увернулся. От этой я уже увернулся. Светлана. Светлана, конечно, решила меня чисто пореспить. Чисто пореспить. Так вот, значит. Так вот. Ну ладно, слитая каточка. Слитая и орех нам, кроме викинга, ничего нового даже и не рассказал. Удивительно. Удивительно, что случилось с ним, я честно не в курсе.